Ну что, ребята, подсветка маленькая, извините. Дорога не супер хорошая, но мы идем. Я думаю, видно. С вами дядя Вадя, Вадим ЗХ. Вот. Давайте, сейчас еще вот так сделаю. Подождите. Поможет ли мне фонарик с зажигалки? Вряд ли. Но я его даже найти что-то не могу. Не вовремя, конечно. Ну, сейчас попробую. А, вон нашел. Ребятки, идем. Но так, только вот этой рукой. Видно, да? Все. Мы, короче, идем. Вот здесь я ходил днем. А ночью здесь может быть опасно. Очень опасно. А может и нет. Так, не. Вот, кстати, там будет диван. Освещение плохое, конечно. Видно хоть? Ну, светит вроде. Пошли, короче, ладно. Привлекать внимание. Вон диван. Кто помнит. Пошли. Это заброшенная деревня. Плохо видно. Очень плохо. Там может быть опасно. А может? Нет. Тут что-то настройки там болтает. Ладно. Мы сейчас... Ну, как бы я такой видосик небольшой сделаю. К двум домам подойдем. И я обратно. Надеюсь, никто ничего со мной не сделает. И все будет хорошо. Тропа. Вот она, тропа. Начинается. А там другая. Мы просто к домам подойдем. Заходить не буду, потому что там могут быть бомжи. Вот так. Сейчас прям не... Ну, я постараюсь прогуляться просто. Вглубь заходить не буду, это в любом случае нет. Опасно. Я не помню, тут проход к ней или нет. Только аккуратненько сойдем. Показать два дома и нормально. Просто не помню уже. Не помню, где эти два дома были. Два дома, блин. Где ты? Костер. Здесь был костер только что. Недавно. Я тут рядом сейчас. Просто немного пройтись. Особо глубже заходить не буду.
бухаю здесь. Я просто не помню, где эти дома. Блять, где там дорога. А где я выходил-то, блять? Но костер был недавно. Значит, кто-то здесь был. Тихо. А я дома не вижу. Тут были дома. Вон участок первый. Костер только-только прям недавно был. Тут может кто-то быть, кстати. Бля, я не понял, где дома. Там или нет? Участок. Короче, если там домов нет, я вернусь. Там сарай. Его не видно нихуя. Я говорю, фонарик не тот. Фонарик не тут нет. Дома точно не здесь. Я не знаю, почему я сюда зашел. Но видите, только вот это вот. Вот там такой же. Ну, будка туалета типа. А дома-то где? Где я дома-то видел? Я не пойму. А где я видел дома? Может, здесь они? Потому что костер недавно был. Угольки. Сейчас сюда не вставлю. Не, там точно не домов нет. Кто-то скажет, Вадик, ты засал. Да мне похуй, засал, не засал. Я видосик отрабатываю. Отрабатываю. Я не вспомню, где дом. Не помню, где дом. Рели. Но костер вы видели. Костер здесь. Подожди, стоп. Вот он еще раз, костер. Здесь был. Я дома не вижу, где. Костер оставили. Или, может быть, меня услышали, испугались. Или просто бросили. Но обитает здесь это точно. Дома я не вижу. Я еще два шага сделаю. Они будут дома, да и хрен с ними. Опа, свет. Машина. Машина. Кто-то здесь ездит. Но это может быть не к добру. А может быть, это они и были. Те, которые костер жгли. А может, это чья-то дача. Вот. Бля, я что-то не вспомню. Что-то, а что тут тогда дорог много? Вот дорога появилась. Там дорога. А не было же. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Они проехали отсюда. Не, особо суваться не буду. И особо разговаривать громко.
не собираюсь. Вот. Давайте здесь посмотрим. Недалеко. Не знаю, слышно меня нет. Недалеко. Я далеко не пойду. Да, я боюсь и ночью, тем более я один. И будет тихо. Видите, два прохода. Ну, один полузаброшенный, один в деревню идет туда. И вот. Но туда я точно не пойду. Сейчас здесь две минутки. Ничего со мной не будет. Стопудово. Знаете, когда ходите сюда, очень за свою жизнь боитесь, очень. Ну так оно и есть. Потому что опасно все. Вот. Заборы. Все дела. Ну это дачи. Бабочки. Очень стремновато. Пойдем походим немножко. Так, я далеко ушел? Нет. Я рядом. Давайте чуть-чуть еще пройдем. Не будет домов, не будет ничего. Значит, ну, видос будет, но без домов. Дойдем до вот этого куста. Будет что? Нет. Нет, значит, домой. Вот он, первый дом. Там дальше второй, но я заходить особо не буду. Нет, я просто покажу дома. Потихонечку покажу дома. И второй. Все, я пойду отсюда. От греха. Потому что там, ладно, скажут, что я засал. Адекватный человек пойдет отсюда нахуй и вообще не пойдет. Так что быстрым шагом ролик минут на 15 выйдет. Так, со мной вроде никого нет. Ну и хорошо. Как только на дорогу выйду, тогда с Богом все будет прекрасно. Вот они, зама. Ой, заборы. Скажет, Вадик, ты бы зашел бы сюда, все дела, типа в дом не. Я, короче, осматриваюсь от греха подальше. Машина проехала, могли ментов вызвать. Скажем, какой-то хуй, тоже стрёмно ходить. Вот так что лучше. Нет, нет. Нет. Так. Ну вот, в принципе, я выхожу на дорогу. Дайте до конца, пока да. До асфальта не дойду. До асфальта пока.
не дойду. Плохо видно, потому что фонаря нету. Пацаны, ебать. Это круто. Может, вам плохо видно, видно было, но это охуенно. Фух. Мы это почти сделали. А я не помню здесь две дороги вот этих. Не помню нихуя. Да, кто скажет, он нихуя не снял. Дома подошел, да и похуй, только дураки-то будут думать. Я зато сейчас сделал все, что мог. Вот дорогу еще, сейчас покажу ее, ну поворот чисто. Ну это настройку. Видите, все. Стройка там. Заходите, если буду лать не один. Я это сделаю. Но. Мы нашли дом 2, тех самых. Мы к ним подошли. Заходить не стал. Там могут спать. Мы увидели костер. Сок. Кто-то, может, готовил кушать и потом понес в дом. Или просто отдыхали. Одно из двух. Ебать. Сразу кто-то бежал, прикиньте. Ну не только. Ну это ощущение такое. Не, никого нет. Ну кто скажет, что я обосрался, обоссался. Мне похуй. Кто обо мне что думает? Дальше. Только не в этот поворот, потому что вот сюда. Нам осталось чуть-чуть. И мы уже выйдем с этого. С этой темы. И все. И можно жить. Охуенно. Со спокойной душой. Можно отправиться домой. Так что я снимаю видос, как я иду. Бля, ребятки, страшно. Там свет появился, что ли? А там нету фонаря. Не, в пизду я пойду. Там фонаря нету. Машина выезжала или хочет выезжать. Там прям свет, ну такой, знаете, освещение. А падать негде. Реально падать. Негде падать. Вот такая прогулочка, пацаны. Короче, пока до асфальта не уйду, я буду снимать. Ну, пока не дойду ближе к цивилизации. А хуй его знает. Дураков полно. Я тоже дурак, блядь. Пошел, блядь. Дебил, нахуй. Зачем? Для контента. Ну, а хуй.
Фу, бля. Ближе к цивилизации. Асфальтик. Вот видите, там дома. Какая красивая. А там вот неизвестно что. Бомжи, хуежи. На всякой хуй. Здесь может быть. Так, не. Это я переверну. Вот. А в принципе... В принципе, не знаю, бля, это меня так будет видно, так, но я буду говорить как есть. Да не ругайся ты. Спасибо за удачу. Она хоть и ругалась, но она мне пожелала удачи. И я сходил, отснял, и теперь все можно, ну то есть можно считать, что я пришел домой, вот там уже цивилизация, все по кайфу. Спасибо за оберег, потому что я не знаю, что могло быть. Кстати, машина проехала не просто так там. Ну там или дача, или скорее всего дача. Кто-то приехал на дачу и как бы отдыхал. А сейчас вот тут рядом домой. Скорее всего. А может быть и мародеры. Всякое может быть. Ну все, пацаны, мы в цивилизации, да, в доступности шага. Сделал я все, что мог. Так что всем удачи. Увидимся. Давайте 23 минуты сделаем, чтобы было. Ага. Жопа. Давайте. О, сука. Штаны спадают. А я хуярю, как дурачок. Фонариком свечу и что-то показать не хочу. Вот. Так что весь мой поход заснят. Туда я пока не пойду. Какой-то цех. Да и хрен. Вот. Я сделал. Тот скажет, нихуя не видно. И так далее. Но я сходил. Я уже отработал свой инстинкт, это сама страшность, но это круто, это круто, это классно. Все, с вами увидимся, дядя Вадя, респект.